Телефон рекламной службы «Радио Новая Тема» 8-999-112-4496. У тебя есть медаль за спасение погибавших. Это было в 2010 году, 2 июня. Я работал как раз, у меня еще был мой Рено Магнум. Да, и вот ночная работа, у меня была перезагрузка. С одного, один прицеп отвез, ехал за другим, как раз случилось, когда дом на моих глазах горел. И на улице никого, и ты знаешь, там люди спят, и он практически вот горит на твоих глазах. В этом году Lenovo Moto. А, Lenovo Moto. Vibe. Это новый телефон, который не бьется экранка. И, насколько я понимаю, он называется Lenovo X-Force. Он такой вот классный, я его держал в руках. Вот мы будем как раз снимать про него ролик небольшой. Я думаю, наверное, мы в Новосибе снимем, и в Якате, может быть, мы его покажем на фестивале. Понятно. А вообще много было груза? Слушай, ну вообще груз у нас очень специфичный и хрупкий, потому что мы возим компьютеры и на это все гаджеты, связанные с компанией. У меня машина под завязку. Практически под завязку, у Света где-то процентов на 60 загрузки. Ну так, размещено по полу. А как же мотоцикл? Стоит. Есть для него место, стоит. Тоже в машине? Да, в той же машине. Она, это, мы, на каждом городе она спускается. Вот она, мы как были в Сочах. Она съездила на Красную Горку, по Абхазию слетала.